действительно готовы к ядерной войне? Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. Это не значит, что мы должны меряться вот количеством носителей и боезарядов. Но знать об этом нужно. И те, кому нужно, повторяю, экспертам, специалистам, военным, им это хорошо известно. Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну. Соответствующий план у них есть. Там. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они не готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну, хотят, ну что ж так делать? Мы готовы.